Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале «Енот Постригун». Сегодня у нас небольшой довольно-таки обзор. Сегодня у нас такая вот машиночка Wall 100-летняя. Это юбилейная версия, выпущенная к столетию компании Wall, которая основана была в 2019 году, но вот конец 2018 года, и выкатили они в США такую вот машиночку. Машинка продается в подарочной упаковке, ну и давайте посмотрим на упаковочку и на то, что в ней внутри. Итак, фронтальная поверхность, здесь у нас надпись черным и выдавлена на коробке на серебристые 100 лет и контуры машинки, которая очень напоминает у нас беспроводной тапок. Здесь ничего, на обороте у нас особо ничего интересного нет. Это опять же, что вот там 100-летняя годовщина. Перечислены подразделения Wall в разных странах, в том числе и Wall Russia. Перечислены некоторые особенности этой машинки. Это металлический корпус, таппер левер, регулировка длины среза, то, что он может работать от провода и от аккумулятора, и то, что работает до 70 минут на одной зарядке. Так, здесь у нас тоже ничего особо интересного нет. Здесь у нас указана комплектация, что машинка, красные труселя, зарядка, масло, кисточка и тряпочка для протирки. Корпус цельнометаллический, на нем остаются следы, поэтому надо протирать. Ну, в общем-то, и все, больше ничего интересного нет. Открываем. Коробочка сдвигается примерно так же, как, допустим, на детейлерах. Да, внутри у нас тоже все красиво и нарядно. Такая вот коробка, черненькая, с прозрачным передним окном. Откидываем и получаем металлическую машинку, полностью металлический корпус. По сути, это Wall Senior беспроводной, да, алюминиевая нижняя крышка, но верхняя крышка уже не синенькая, а металлическая, никак не крашеная. Здесь у нас для красоты вставлена эмблема, все очень красиво, немножко ретро-стайл, и нож используется здесь от тапка, от супертейпера. Да, то есть эта машинка у нас позиционируется как машинка для снятия массы в первую очередь. Характеристики у нее такие же, как у сеньора. Это 70 минут работы, то есть мотор с повышенными оборотами где-то 6500-6900 оборотов в минуту. Но время зарядки здесь 120 минут. Такое же, как у американского или европейского сеньора, а не как у английского сеньора, к сожалению, который 70 минут работает и 70 минут заряжается. Здесь похуже. В комплекте практически ничего нет. Есть красные труселя, зарядка, никаких насадок нет. Имеется книжечка сервисная, имеется тряпочка. Ну и здесь я не буду вскрывать. Это, я так подозреваю, подарочный сертификат. Данная машинка идет в подарок, человеку клиент заказал. Поэтому не будем нарушать красоты. Оставим все как есть. Ну вот, в общем-то, и все. Для кого нужна эта машинка? Ну, эта машинка хороша в подарок. Для работы она смысла не имеет в связи со своим ценником. Ценник у нее примерно в 2 раза выше, чем у обычного тапка. Даже не в 2, а в 2,5. Да, на сегодня, вот на сегодняшний прямо день, супертейпер беспроводной у нас стоит 6900 в нашем магазине. А вот эта 100-летняя машиночка стоит порядка 17 тысяч. Ценник на нее каждый день меняется перед праздником. Но тем не менее, вот 6900 и 17. При этом характеристики практически одинаковые. Чуть выше обороты у двигателя, но можно, в принципе, купить беспроводного сеньора, поменять на нем нож на таперовский и за меньшие деньги получить машинку с точно такими же характеристиками, но еще и с 3 насадками в комплекте. Данная машинка – это все-таки декоративная машинка в большей степени. Здесь мы платим за внешность, не за характеристики. Ну, наверное, приятно обладать чем-то эксклюзивным или получить что-то эксклюзивное в подарок. Стоит оно тех денег или нет, решать вам. Возможно, со временем оно и подешевеет. На этом, пожалуй, все с обзором. Если будут вопросы по этой машинке, задавайте. Ну, а так, сеньор, только с другой крышечкой и другим ножом. Все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Енот Постригун». Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Енот Постригун». Ну и не забывайте, что у нас есть замечательный магазин в интернете, который называется, угадайте как, называется «Енот Постригун». На этом все. Пока-пока.